Дорогие друзья, дорогие будущие студенты, те, кто даже думает, учиться вам или не учиться. Я нахожусь сейчас в стадии строительства нашего здания. И хочу сказать, что когда-то вы видели его совсем другим. Сегодня мы в фазе дальнейшего строительства. Так же и наша жизнь. Она протекает очень быстро, и при всем этом нам нужно всегда учиться. От малых основ до фундаментальных истин, практического применения и для того, чтобы прожить жизнь так, чтобы не было стыдно за то, что ты прожил жизнь здесь на земле. Поэтому я приглашаю вас присоединиться к нам в новом этапе Мессианского библейского института, в новом формате, в новом месте. И Бог будет делать в вашей и в моей жизни новые вещи, которые мы еще никогда, наверное, еще не переживали.